Смарт-курс мне был полезен тем, что я поняла, в каком направлении я вообще буду двигаться, потому что до этой программы я была не уверена, не знала, что мне вообще делать, куда мне идти. А тут я проложила себе путь, и у меня появилась четкая картинка того, что я буду делать. Ключевым моментом для меня стали сами шаги, которые, ну, как бы сам алгоритм, которому меня обучили. И, ну, это замечательно, потому что хоть это и шло как бы в рамках профессии, да, но сам алгоритм осознанного выбора очень хорошо подходит, ну, почти ко всему, что можно осознать. И, ну, это очень и очень удобно, вот. Вот, и это неплохой результат, когда есть представление, понимание, что да, я все-таки туда хочу, потому что у меня вот это и вот это, а еще мне вот это интересно. Или нет, я не хочу, потому что это, ну, только лишь для меня образ какой-то красивый, и при этом мне это не отзывается, или я не владею какими-то навыками, которые годятся и необходимы именно в этом направлении. Научилась анализировать себя, и, выходя именно с программы, я думала о финансовой аналитике и юриспруденции, но, например, сейчас, во время программы я задумалась о психологии и до этого в жизни, и сейчас я, благодаря тому, что меня именно здесь научили анализировать, я поняла, что мне интересна социология и психология, и, возможно, я перейду к ним уже в выборе своей профессии. Ну, я считаю, что этот курс вообще я прошла его совершенно не зря, потому что я многого добилась за это время. Вот. Он был действительно эффективным и дал мне какой-то толчок вперед. Важный. Какие-то события произошли после него? Ну да, у меня появилось несколько проектов в школе, один из которых связан с экологией, другой связан с благотворительностью, и я считаю, что это действительно показатель. Хорошо.